Ребят, привет! Хочу сегодня вам показать, как я готовлю в мультиварке тушеную картошку с тушенкой. Кстати, с тушенки, с которой я буду готовить, она есть в видео. Так что смотрите мой канал. Смотрите, я разогреваю в мультиварке масло немножко. Добавляю туда морковь, лук и болгарский перец. Все это дело немножко обжариваю. Смотрите, ребят, немножечко обжарил. Теперь добавлю сюда тушенку. Вот она. Перемешаем. Минутки две. А затем добавим картошку. Ребят, прошло 2 минутки. Видите, как там все бурлит, кипит. Теперь добавляем картошку. Вот такой вот. Все это дело перемешиваем. Перемешали, добавляем немножечко воды. И на мультиварочке включаем режим тушение. Посолим, поперчим, специи. Минут за 10 до готовности. Все.